هندسة جانا انجن سلاكيا سيسور الملتا مجينا تسمي سري غربي نما غربي غور تندرايا راجكا يستدالي كريشنا يا كريشنا بطايا تد بطايا نمو نما وانشا كالب ترر بحس كريبا سندو بحي بچا पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाय तुलसीदेवै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतै नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गौर ब्रह्मानंदे हरे हरे बोल ओ हरे कृष्णा यू आर मॉर्निंग टाइम यू हर्ड यू नो द सिक्स थिंग इज द व्हिच द ऑलवेज हेल्प द स्पिरिचुअल लाइफ इज द उत्साह निश्चयात धैर्यात तत्तत् कर्म प्रवर्तनात संगत त्यागात सत्वृत्ति सर्वभिर भक्ति Prasiddhati. The sixth thing is always help the spiritual life. Are you remembering something? Вы помните шесть благоприятных для бхакти качеств? Yeah, you can tell this problem also. Yeah. Can tell this meaning? Сможете перевод? Значение. Утсахан означает действие с энтузиазмом. Нишчая дхарьят означает не останавливаться, продолжать действовать, несмотря на трудности, с решимостью. Утсахан нишчая дхарьят. Таткарма правартанат означает совершать благоприятные действия, рекомендованные шастрами. То есть выполнять анги преданного служения, такие как Шравана, Киртана, Мичтусварвана, Падасервана, Арчина, Бандана, Дасина. Саттабритти. Сангатяга. Сангатяга. Сангатяга означает общение с преданными, находиться в обществе преданных и совершать вместе с ними преданность. To be in session with devotees. Сангатяга саттабритти. Шесть видов отношений. Сарабхири бхакти прасиддхати. Шесть видов отношений. Эти шесть видов действия благоприятны для преданного служения. Yeah, you can tell this story of this Shabari. А историю Шабари сможешь рассказать? Шабари? Yeah. Take this. I can try. Yeah. Ом агьянати миранджаса агьянанджана шабакая чакшурантаме Тасмай Шри Гурве Намаха Ванча Калпатрубьяща Крипа Синдхавева Ча Патитанам Павнебхьо Вайшнавебхьо Нама Намаха. Ну, Махарадж сегодня рассказывал, утром рассказывал сегодня историю о одной женщине. Close. Ближе.
одной женщине, я только не понял, это имя ее было Шабари или... He couldn't understand. Is it Shabari her name or it's a social class? What does mean Shabari? Her name or it's... It's her name or not? I think this is a... Not name. Not name. Ну, хорошо. Ну, в общем, так или иначе, в романе ее называют Шабари. Вот была одна, она, ну, когда она была молода, ее отец хотел выдать ее замуж, как это полагается в ведической культуре. Он купил множество козлов, которых планировалось заклясть и сделать пир, подношение всем гостям. И когда эта девушка узнала о том, что ради того, чтобы ее выдать замуж, хотят убить столько невинных животных, она убежала, она сбежала из дома. И так как она сбежала из дома, ее стали считать... Она стала изгоем. Да. Отвергнутое общество. Отвергнутое общество, да. Она стала отвергнутой обществом. И что ей оставалось делать? Поэтому она жила в лесу, она поселилась в лесу возле ашрама одного из мудрецов. Как, не помню, как его зовут. Матанга Риши, да. Возле ашрама одного из мудрецов Матанга Риши. У этого мудреца было множество учеников, браманов, которых он обучал. Вот, а эта женщина, она считалась, так как она считалась изгоем, она не, даже не заходила в этот ашрам и считала себя недостойной. Ее сердце было полно смирения, но она понимала, что без гуру, без милости гуру, она ничего не может добиться ни в материальной жизни, ни в духовной. Поэтому она стала убирать в ашраме ночью, когда все браманы во главе с Матанга Риши спали, и также приносила хворост, который ложила возле входа в ашрам. И поэтому, когда эти браманы просыпались, они обнаруживали чистое место и как бы, хворост для жертвоприношения, потому что Матанга Риши каждый день проводил яги, жертвоприношения, которым нужен был этот хворост. Вот, и однажды этот мудрец, он заметил, что кто-то убирает тут постоянно, кто-то приносит дрова, кто-то все это делает. И он решил узнать, кто это. И в конце концов, ночью он обнаружил женщину, которая хотела доставить ему удовольствие таким образом. И он спросил ее, почему, что... Почему ты так делаешь? Зачем ты все это делаешь? Ну и она сказала, о Гуруджи, я своим сердцем, я приняла вас как гуру, я понимаю, что без гуру я не могу, я ни на что не способна. Я, ну, меня считают изгоем, так как я не следую никаким принципам общества, отвергнутым обществом, поэтому, ну, как бы вы моя единственная надежда, единственное спасение. Вот. И тогда Матанга Риши сказал, хорошо, да, ты действительно достойна быть ученицей, у тебя есть все качества. Он увидел в ней все качества ученика, смирение, там, терпение. Тринада описывает чина, тарора описывает хишнуна, аманина манадина, кинтанья садахари. То есть ученик, он должен быть терпеливее дерева, смирение ниже травы, терпеливее дерева. Он не должен ждать почтения к себе и оказывать всякое почтение другим в соответствии с их положением. Вот. И когда Матанга Риши он увидел в ней все эти качества, он принял ее как свою ученицу и сказал, хорошо, если ты как... Окей, спасибо. Then you can tell where it left. Можете продолжить.
И тогда Матан Гариши сказал: «Хорошо, как бы ты можешь остаться в моем ашраме, но приходи каждый день на катху и садись сзади браманов». Но Шабари Матаджи сказал: «Ну как я могу прийти, ведь там браманы, они ведь будут очень недовольны этим, я ведь отверженная женщина и не могу находиться в вашем ашраме». На что Матан Гариши сказал: «Не беспокойся, я как бы все улажу». Вот, и, ну, Шабари пришла на следующий день утром на катху и села, как я сказал, ее Гурудев, сзади браманов. А браманы тут же возмутились, они сказали: «Ну, глупая женщина, как ты вообще посмела прийти в вашем? Ты оскорбила своим присутствием это место. Надо срочно принести навоз, коровью мочу, все здесь почистить. Убирайся отсюда. Кто вообще надоумил тебя сделать такую глупость?» Вот. И тогда Матан Гариши сказал: «Это я сказал ей, чтобы она пришла». А браманы возмутились, сказали: «Гурудев, наверное, у вас помутнился рассудок, раз вы сказали сделать такое. Она не может здесь находиться, вот, она отверженная женщина». Тогда он сказал: «Если вы недовольны, вы можете уйти, оставить этот ашрам. Но я все равно буду давать ей наставления, потому что у нее есть все необходимые качества». То есть Гурудев тут сказал утром то, что как бы даже шудра, если у него есть, если он занимается бхакти, он намного превосходит брахмана, даже если у него есть все качества брахмана. 12 качеств брахмана, да, то есть, вот, и Матан Гариши был истинным гуру, поэтому он знал, что у нее есть истинные качества ученика. Вот, он сказал: «Вы можете оставить мой ашрам, нет проблем». Тогда его ученики, браманы оскорбленные, они оставили ашрам. Он начал давать ей наставления, он сказал: «Не переживай, так как у тебя есть твердая шрадха, твердая вера, ты предалась мне, ты достойна получать наставления от истинного учителя». Вот. Поэтому в один прекрасный день придет Господь и дарует тебе даршан. Вот. И ты можешь здесь оставаться, вот, и ждать его. Таким образом, он дал ей все наставления, покинул это место и основал в другом месте новый ашрам. Шабари Матаджи имела очень твердую веру в слова Гурудева, и поэтому каждый день она на протяжении тысячи лет, это было два параюга, по-моему, да, вот, или трета юга, вот, она каждый день убирала дорогу, по которой мог прийти Господь Рамачандра, так как Гурудев сказал, что в один прекрасный день он придет. Она не знала, когда, может быть сегодня, может быть завтра. Так прошла практически вся ее жизнь. Каждый день она убирала дорогу и выкладывала очень красивые, прекрасные цветы. Она собирала ягоды, которые росли в том месте. И когда состарилась, она не могла отличать хорошие от сладкие ягоды от кислых, поэтому она пробовала их на вкус, чтобы ни в коем случае не дать своему возлюбленному Господу какую-то кислую ягоду. Таким образом, изо дня в день она все-таки дождалась даршана. Так, как сказал Гурудев, так и получилось. Господь Рамачандра с Лакшманой в один прекрасный день пришли в этот ашрам. И очень довольные, они вкусили то подношение, которое нам дала. Вот эти надкусанные ягоды. Господь Рамачандра сказал: «О, Шабари, я никогда не ел ничего подобного. Даже на Вайкунхе моя жена не дает мне из всех прекрасных яств, я не могу так насладиться то, чем ты меня сейчас угостила». То есть он был полностью удовлетворен и был очень доволен ей. Затем Господь Рамачандра также посетил тех самых браманов, которые жили неподалеку, так как они совершили оскорбление своего гуру.
то есть получили проклятие в итоге и совершили оскорбление чистому преданному Господа Шабари, то есть вот, они были лишены разума. И Господь Рамачандра, он спросил: «О Шабари, чего ты хочешь? Пожалуйста, проси. Все, что ты хочешь, я исполню». И она смиренно попросила его лишь о бхакти. И, конечно же, она его получила. После этого Господь Рамачандра отправился к этим браманам, которые были оскорбителями Шабари. Вот. Так как они были лишены разума, он также спросил их: «О, браманы, чем я могу служить вам?» И они, лишенные разума, попросили его, они сказали ему: «О, Господь, здесь рядом есть пруд, мы не можем принимать в нем омовение, потому что там всякие насекомые, он очень грязный. Пожалуйста, сделай так, чтобы он был чистым». Вот. И Господь Рамачандра ответил: «Если вы хотите, чтобы пруд был чистым, тогда идите к Шабари, омойте ее стопы, и этой чаринамритой побрызгайте, вылейте эту чаринамриту в это озеро. Тогда озеро станет абсолютно чистым». Они были в замешательстве. Они думали, что эта женщина, она явилась причиной их проклятия, того, в каком положении они сейчас оказались. Но все-таки они не могли пойти против решения Господа и сделали так, как он сказал. Они омыли ее стопы, и пруд, естественно, стал очень чистым. Хорошо. Гору Примананде, Харьяна, Гору. Окей. Then Krishna Kamini, what is the teaching of this pastime? Krishna Kamini, каковы уроки этой истории? Как не надо, не слышно будет. Главный урок этой истории, как и главный урок вообще всех историй, которые мы слушаем, главный урок всей сиддханты, всей философии, которую мы учим, заключается в том, что самое главное – это отношение между учеником и гурудевом. Ученик должен полностью вручить себе лотосным стопам гурудева. Он должен вопрошать его, и он должен служить. Если кто-то думает, что он очень разумный, он сможет сам всего достичь с помощью Писания, с помощью своих усилий, своего интеллекта, это глубокое заблуждение. И также урок заключается в том, что нужно обладать теми качествами, которые описаны в стихе Упадешамриты. Нужно поддерживать в себе воодушевление. Временами в нашей практике бывают сложности. Иногда это бывает очень часто, особенно в начале. Поэтому нужно с помощью Писание, с помощью Гурудева развеивать свои сомнения и понимать, что это последствия нашей предыдущей кармы, то, что у нас сейчас что-то не получается. И это временные трудности. Наши действия в прошлом породили наше настоящее, но сейчас в силах каждого изменить свое настоящее и свое будущее. Поэтому, если у вас что-то не получается, не теряйте воодушевление. Гурудев рассказывал, я часто рассказываю эту историю, быстро расскажу. Гурудев рассказывал историю об одном человеке, который выращивал гречку. И в один год у него выросла очень маленькая гречка. Он засыпал ее в амбар. А на следующий год уже был урожайным. И выросла гречка более крупная. И он засыпал ее сверху. Получается, снизу ближе к нему была мелкая гречка с прошлого года, а более крупная гречка сверху. И когда человек захотел приготовить что-то из гречки, он откуда ее доставал? Естественно, снизу. То есть не сверху, а снизу. И получается, сначала сыпалась мелкая гречка, и человек недоумевал: «Ну как же так, у меня такой урожайный год получился, почему мелкая гречка сыпется?» Именно потому, что приходят сначала результаты нашей прошлой деятельности. Поэтому нужно просто сохранять воодушевление и сохранять терпение при этом. Нужно следовать правилам и предписаниям, насколько это возможно. Нужно общаться с чистым преданным и помнить, что самое главное – это саду-санга. Хари Кришна. She told the main lesson from this story is the relationship between guru and disciple.
Tadvidhi pranipatena pariprasana seva lakshan tikinam inyasata darshana. If you want really know absolute truth, you must address Guru in such a way, what first pranipat, then pariprasana and seva. In this story you can see all the stages. Okay, Guru Pramande. Now they say that this Upadasa Smrita, you're hearing a fourth slope. Fourth slope is telling how our bhakti became increased. Yeah, became increased. But telling then your bhakti became increased without association of sadhu, bhaktistu bhagavat bhakta sangena parijayati. Only then you can attend bhakti, only association of devotee. Without association of devotee, your bhakti never increase. Now, I want to tell this thing. В третьей шлоке описывались качества, которые необходимы, чтобы бхакти усиливалось. Но в четвертой шлоке объясняется, откуда берутся эти качества, то есть что необходимое условие, без которого невозможно развиваться в бхакти. То есть объясняется, как совершается садусанга, общение с святым человеком. So, necessary here tell this, that this tika here telling, but if you are doing the karmi, associates of yogi, associate of moksha, we want mukti, well, no, mumukshu, then your bhakti never increase, your bhakti become decrease. So, telling very be careful about association. Yeah? So, necessary, only you are doing the association of devotee, then the bhakti become your heart. So, this way they are telling very be careful, where you are going, what is the association, many the association. Поскольку общение так важно, оно играет ключевую роль в духовной жизни и определяет качество жизни человека, человек должен быть очень аккуратен в выборе того, с кем он общается. Если он общаться будет с карми, гьяни, мумукшу, то есть теми, кто устремлен к мукшу, к мукте, его желание служить Кришне будет уменьшаться. Лишь общение с бхактами, общение с саду, желание служить Кришне будет усиливаться. When you are doing some association with somebody, then what happening? This quality also came. If you doing some association with karmi, they are telling karma is the topmost, you know. You can do karma, karma, karma. But what is the meaning? What is the fruit of their karma? So Bhagavad Gita telling, if you go to Swargalok, if you go to Mohalok, Jananlok, Tapalok, Satyalok, even you go to Satyalok, Brahmalok, but when your pious activity finishing, again you coming here. And this is the karma marga. Telling no so much different is this the material world and swarga, you know. Many times Indra he become pig also. One time he become pig, one time he have curse. Many times he is suffering. But here how they calm, crowd, love, they are same thing is there, you know. Same thing they are is the. So karma in the karma marga is the not in good marga, you know. Karma marga is the this is also not good marga, karma marga. Очень важно, почему так важно выбирать правильное общение, потому что оно определяет качество человека, то, каким он будет, его природу, что может нам дать, какие желания нам может дать карми, то есть тот, кто идет по пути благочестия, описанного в ведах, мирского благочестия, он заражен желанием, жаждой отправиться на сваргу, в райские планеты и наслаждаться там. Но какой толк от сварги? Даже если человек с помощью кармы, то есть мирского благочестия, поднимется даже выше сварги, например, Махарлока, где живут Праджапати, вот, Джаналока, Тапалока и, в конце концов, Брамалока. Но каково главный недостаток всех этих мест? Это положение, которое достигается на этих планетах временно. Оно не будет вечным. Кроме того, мы знаем из истории Индры, царя небес, он царь, то есть у него лучшее положение в раю. Но как много он страдал. Сколько горя, как это сказать, унижения, чего он только не пережил. Он становился свиньей. Он был проклят так, что у него появилось 1000 глаз. Вот. Сколько раз ему приходилось воевать, прятаться от демона. Там есть и вожделение, и гнев, и зависть. Все это живое существо на сварге страдает от этих же качеств. And like this, you know. This Sargalaga is the, you know, so like this, today somebody prime minister, yeah, like today prime minister,
But again, when we get election, maybe he not fail, then what happening? When we get prime minister there, everybody, you know, get salute. Everybody get open says, everybody get all this Maharaj jai jai. But when next time you can not, you know, fail, then happening? Anybody never asks you, you know. Even one policeman also never do pranam. That time what your situation? Very lower situation. So like this going heavenly planet, after peaceful finishing coming, again he coming here, you know. He again doing this is the, what telling, mazdur. But our India like this, that worker, again it's a very lower worker. Again. So telling, no necessary, jnani also, jnana marga, yoga marga, they are same thing is the. So telling, when doing association, karmi, jnani, yogi, what, this quality also came to you, you know. Then you can follow to karma, yoga, bhog, then. So here telling, very be care about this thing, you know. You are which kind of doing association? Sorry. А, да. Например, кто-то стал премьер-министром. Тогда что? Тогда все выражают ему почтение, все приветствуют. Он главный человек в стране. Но проходит какое-то время, и на следующем переизбрании, вот он уже не премьер-министр. И вот уже никто с ним не советуется. Его голос не важен, его мнение не важно, и даже простой полицейский не выразит ему почтение, не будет ему салютовать. Вот. Что он тогда испытает? Также и люди, которые с помощью кармы, мирского благочестия, поднялись на высокое положение в сварге. Через это время, когда падают, снова никто. Был всем и стал никем. Снова тяжелая работа. Вот и все. Так же точно гьяна. Гьяна, путь гьяна марги. Гьяна марги. Талита то патанти адха анадрита дюсмад ангра. Демигар телинг бай very hard work гьяни. Even he got very high class post, but they are neglect to Krishna's lotus feet, again they are become fall down. Again came there, again fall. Гьяни, то есть мудрецы, которые развивают знания. Благодаря тяжелому труду в развитии знания, тем аскезам, которые они совершают, они могут подняться занять очень высокое положение во Вселенной. Но пренебрегая лотосными стопами Шри Кришны, то есть служением им, они вновь упадут сюда, в наш мир. Yeah, so, поэтому нужно быть очень осторожными в выборе общения, то есть с кем развивать общение. Yeah, so here this Rupa Goswami telling, only you are association of only devotees. So they are telling, dadati pratigirnati guhya makhyati prichati bhukte bhajayata chaiva sadavidha pritilakhyana. This is the sixth of this, the pritilakhyana. Only doing with association of only devotee, not any else. Dadati, if you want to give something, only you can give to devotee, not any else. Like this, the Bhagavad coming, this Bhagavad, they are coming one pastime. This is the pastime of Nriga Maharaj, you know, Nriga Maharaj. He, you know, one upon a time, Krishna's son, they are playing. Then he saw one whale, they are one Girgit, you know, Girgit? Fall down, not telling her. I don't know how's in English, I know. Lizard. And he the lizard is inside, and he cannot came out. Big body, but this whale is very small. He cannot move. So much problem. Then Krishna's son there try take out, but cannot do. Then calling to Krishna. Krishna know everything. When Krishna touch this lotus feet, then he become very beautiful king form. Their son because so much surprise. Then there Krishna asking, who are you? Why are this situation? Well, Prabhu, you know everything, you know. Then telling, can I tell your previous pastime? Well, are you heard this Satya Yuga, there one king, his name is the Nriga? Well, yeah, you heard. He the among the all Dani chariot, he's the biggest chariot, you know. He gave million cow, he gave to Brahman, charity. And he cow only one, calf only, you know, gave milk, and this horn bind by golden, and this leg what to make by because jai chandi, what telling? Bells? Yeah? Bells? No, chandi made by chandi, what telling?
like this, you know. And Satya, he gave so much chariot cow. But anyhow, what happening? One cow gave one Brahman. And anyhow, this cow came and mixed another cow. And he don't know again Gusankalpa, again he gave to another Brahman. And this Brahman coming, telling, this is my cow, not just king now gave. This is my, they are to be fight and came to king. King became so much afraid. They're telling, do one thing, somebody left this cow, gave to another person, but I am, I have gave somebody to 100 cow can give. Well, no, you are on this cow. You know, they are each other fighting. Well, no, you can give one lakh cow. Well, no, 1 crore cow. Well, no, only want this cow. Last, they are both, you know, angry and cave cars. You know, this is DJ, this, he sometimes change this color, you know. What kind of Brahmanas? Yeah, so telling Dadati, where you can give, so telling this thing. If not a pure place, then what is the fruit they are telling this thing? So sometimes this lizard, he changes his color. Well, oh, you are changing your color like this. I couldn't understand idea with changing color. Sometimes you change color. But how it's connected with your narration? Yes. So changing meanings, once gave one time some Brahman, again same count to somebody else. Mm-hmm. So it's changing, you know? So you are became lizard. You know, mm-hmm. So when after die he go to Jamlo, then Chitragupta telling he doing such very good pious activities, so going so many days in his heaven planet, but he doing also one wrong, you know, he doing some wrong. So one cow, two time he gave chariot, telling also someday he become lizard. Well, what you want fast? Well, if sinful activities very little, fast I can accept the sinful activities, then he became lizard. And what? Jew, Sapta Jew, until to Dwapar Jew. Now coming question, now how he take darshan of Krishna? How take, remember, you know this first time. I need to translate, otherwise I forget. Okay, tell. В четвертой шлоке у Падышам это Шрила Рупа Госвами начинает подробно рассказывать о том, как развивать общение с саду. О шести признаках общения, которые пронизаны рати, то есть привязанностью, или о шести способах общения с саду, которые приводят к развитию рати, к саду, привязанности к саду. И он начинает с того, что он говорит «дадати», «давать дары». Нельзя развивать такие отношения с непреданными. Давать дары от сердца можно только преданному. То есть с тем, с кем вы готовы развивать сердечную привязанность. Если вы будете развивать сердечную привязанность не с преданными, это вас уведет с пути бхакти и снова погрузит в самсару. Потому очень важно то, кому вы даете дары от сердца. В связи с этим Махарадж рассказал историю, очень древнюю историю. Она есть в 10-й песне Шримад-Бхагава, там про Махараджу Нригу. Она просто показывает, как важно знать, кому давать дары. Однажды сын Кришны обнаружил в колодце ящерицу, которая мучилась, не могла выбраться. Большая ящерица не могла выбраться наружу. Он показал, позвал отца своего Кришну, Кришна увидел, коснулся этой ящерицы, и она превратилась в сияющего царя, такое божественное существо. И он спросил этого царя, кто ты, как ты оказался в таком плачевном состоянии? И царь сказал, о Верховный Господь, ты все знаешь, но коль ты спрашиваешь, я отвечу. Ты, должно быть, слышал про царя Нригу, который жил в Сатьюгу. Да, слышал. Вот это я. В мое время не было более, щедрого благодетеля, чем я. Я больше всех раздавал подарки. Больше всех давал дары браманам. Раздавал коров миллионами. Но однажды случилось... Это, кстати, история также свидетельствует о несовершенстве пути кармы. Это не путь бхакти, это путь кармы, мирского благочестия. А он отшибся один раз, и какие последствия? Он однажды подарил корову одному браману. Ну так получилось. Причем он каких коров раздавал? Которые только первый раз отелились, и у которых были, чьи рога были украшены золотой, копытца серебром. Они были очень красивые. И поскольку у них были телята, то они давали молоко. Вот таких коров он раздавал миллионами. И однажды одному браману подарил такую корову.
Но так получилось, эта корова сбежала от брахмана и снова прибилась к стаду царя. И он снова совершил санкальпу, то есть поклялся и отдал эту корову другому брахману. И тогда тот брахман в поисках коровы нашел свою корову у другого брахмана. Они начали ссориться, они начали ругаться, чья это корова. И это дошло до царя. И в конце концов они обвинили царя в том, что он негодяй и мошенник. Он так несовершенно все устроил, что они вынуждены делить одну корову. Он попытался примирить их. Он сказал тому, у кого корову, от кого корова убежала, «Я дам тебе 100 коров». Он сказал, «Нет, мне нужна вот эта корова». Он попросил этого брахмана, «Можешь ли ты вернуть ему эту корову? Я тебе дам 100 коров». «Нет, мне нужна эта корова». Он сказал, «Я дам 1000 коров». «Крор! 10 миллионов коров». Но они не хотели эту корову и все. Уперто. Я говорю, Махараджа, что за брахманы такие? Что они такие жадные? Что они такие какие-то упертые вообще? Вот. Он говорит, ну вот, знай, кому давать дары. И они прокляли его стать ящерицей. У ящерицы есть свойство, она приспосабливается к тому месту, где находится, меняет цвет тела. Я спросил, а как это связано с этой историей? Причем здесь то, что меняет? Он говорит, ну он поменял свое решение. Он сначала дал одному, потом дал другому. Помните, был такой фильм старый, в советские времена? Мы пскопские. Там один погоны менял, в зависимости от того, кто наступает на окопы. Одна армия наступает, он за одних, другая армия, он за других. Вот так же этот человек. Сначала проявил, этот царь, проявил верность одному браману, потом другому браману. Так получилось. Они так восприняли эту ситуацию. И потом мы прокляли стать ящерицей, которая вечно приспосабливается, меняя свой цвет. Мы красные, мы белые. Вот. И сколько он провел этой ящерицей в колодце? Проклял бы был сати-югу, а вытащили в конце два пара юги. Представляете, сколько он промучился в колодце? И он попал после смерти к Ямараджу. Ямарадж сказал, ты совершил так много благочестивых поступков, тебе почти вечный рай обеспечен. Ну вот одна проблема. Однажды ты ошибся, и ты был проклят брахманами, и теперь ты должен немножко ответить за свой грех. Он сказал, ну ладно, если ты немножко, то я готов посрать, и потом в рай навечно. Это немножко заняло от сати-юги до конца два пара-юги. Это очень много. Это больше миллиона, больше 2 миллионов лет. Yes, this is the telling. Now, Biswanath Chakravarti telling. But when do some daan in a charity, this fruit is the darshan of Krishna. This fruit is the Krishna touch, you know, this leg he touched to you. Krishna when touched this leg, he became a king, you know. This is the fruit of a chariot. But how he take darshan of Krishna? So Biswanath Chakravarti telling, you know, his nature was give chariot. One sadhu, the rare sadhu came this house. When he came this house, then he invite and paid some prasad, telling, oh, sadhu baba, what can I give you? What can you service to you? Telling, can you possibly give one Bhagavad Grantha? I want to read. That time he gave one Bhagavad Grantha. That time not in printing press. He telling some Brahman, they are leaf of tal, you know, tal leaf. He writing this all slok, he gave this Brahman. Every day he reading the Srimad Bhagavad Gatha. Every day he reading. So this fruit Bhagavad himself, Krishna's form. Yeah. So he gave you only one day pure sadhu. He doing served to some pure sadhu gave Bhagavad Gatha. This fruit is the Krishna he gave direct darshan. And this lotus feet gave touched to him. So he telling Dadati, if you want to give something, then you can give to sadhu. Then telling the ordinary person, well, yes, if you want some poor person, if sometime you want to give to him, not you can give to any direct anything. First you can offer to Krishna, and this prasad you can give to somebody. Without prasad, not give anything. Then why if you give to some materialistic person, you don't know what he doing, not doing, you know. He eating, if this he the alcohol, like this person, you give somebody charity to him. If he use this bread eating, well, he's drinking alcohol, then what happened? If he was a thief, then what happened? Yeah? Then bad karma came to you. But when some prasad you gave, then this take prasad, all the nature he the, you know, changing, and there come some Krishna consciousness coming to him. So what you can give to Krishna prasad without never give anything? Возникает вопрос. Как же получилось так, что этот царь
совершал мирское благочестие, не духовное благочестие. Он раздавал браманам коров. Браманы не вайшнавы. И какого качества браманы там попадались, вы уже слышали. Вот. Где там простота, где там желание отдать, поделиться, непонятно. Вот. Как же случилось так, что сам Шри Кришна, Верховный Господь, коснулся его лотосной стопой и возвысил, сделал божественным существом? Откуда причина, так сказать, где корни этого события, этого удивительного результата? Ну, явно не то, что он давал браманам мирским, обычным людям, давал коров. И Махарадж рассказывает другую историю, связанную с этим царем. Однажды к царю Нриги пришел саду, настоящий святой человек, про которого говорится: «Садханати, садаяти, ча Кришнапремайти саду». Тот саду, который с Кришнапремой в сердце желает каждому Кришнапрему и обучает этому. И он захотел дать какой-то подарок, что-то дать саду. Саду сказал: «Мне ничего не надо. Но если ты хочешь сделать мне приятный подарок, дай мне Шримад Бхагаватам, дай мне гранту Шримад Бхагаватам, я хочу Шримад Бхагаватам читать». И царь устроил так, чтобы ему записали Шримад Бхагаватам. В те времена не было печатных машин, принтеров. Надо было от руки записать на листьях текст Бхагаватам. И вот такой текст был написан для этого саду. И он с благодарностью принял. И результатом этого поступка благочестия, что саду читал Бхагаватам, не кто-то, а саду читал Бхагаватам. И этому поспособствовал этот царь, он дал ему подарок такой, этому святому человеку. В результате царь заслужил то, что он был вызволен самим Шри Кришной прикосновением лотосной стопы. Вот. Это как раз то, что является результатом дадати, то есть давать дары святому человеку. Полная противоположность тогда, когда даешь дары обычному человеку. Махарадж говорит: поэтому будьте осторожны, если у вас кто-то что-то просит из обычных людей, из мирян, там какой-нибудь бомж, попрошайка или еще что-то, неважно. Вот. Потому что если вы дадите тому человеку, как он воспользуется этим? Каковы вы будете вовлечены в кармические последствия? Если уж давать, то нужно давать просад. Сначала должен быть предложено Кришне, а потом давать человеку. Тогда и он получит благо, и вы получите благо. Yeah. So totally give somebody prasad or dadati. Yeah, and telling is also pratigirnati. He also accept if something, accept only Vaishnavas you accept. Here, you know, there tika, this commentary telling, if some jnani gave something, you never accept anything. But we give some prasad, this prasad is paijan. And this sangha also paijan. His everything is the paijan. You know, if some accept any jnani, any karmi, yogi, he telling don't do this association. What he gave, he can accept this else, he the page and everything. You know, karmi what gave, jnani what gave, yogi what gave, everything is the page. So never accept anything from them. Yeah, yeah. If accept something, only accept some Vaishnavas. You can accept why Vaishnava what he gave. He gave Lord's prasad, he gave it, you know. If he is taking something from others, he must give to Guru. For example, Brahmachari is collecting money from karmi, from anyone they are giving Guru, then no problem. Yeah. So telling this is the only accept from Vaishnavas. What you can accept? What gave the only prasad he gave? He gave mercy, he gave you bless, he gave you Krishna bhakti. Only Vaishnava can he gave you some pure thing, never anybody gave pure thing. Вторая составляющая общения с преданными, которые развивают рати к преданным, и которые являются признаком рати к преданным, это пратигрихнати, то есть принимать дары. Принимать дары можно только от вайшнава, потому что то, что вайшнав дает, в этом амрита, в этом нектар бессмертия. Если принимать дары от карми, гьяни, мумукшу, то есть тех, кто устремлены к мукте, в их дарах будет только яд, только мрита, виша. Вот. Она отравит жизнь человека, испортит ему жизнь. Но если принять дар от чистого преданного, это принесет лишь благо и будет способствовать духовному развитию. Тадати пратигранати анди гуйха макхяти причати. Also, you can, you know, also when some Vaishnavas гуйха макхяти, you can, if some asking, you know, what is the гуйха макхяти,
What is the guhya? Guhya is the Krishna bhakti. So Krishna, Bhagavad Gita telling sarva guhya tamo bhya srinume param bacha hrishta asimi tatamiti tatabhaksyami tehitam. Telling is the, what is the guhya? Krishna Bhagavad Gita telling, I already tell you guhya, guhya tara guhya tam. Now I am telling guhya tam extraction. What is this? Well, manmana bhava, madbhakta bhava, mam jaji, mam namaskuru. Yeah? So telling guhya makhyati, also asking also, huh? And asking guhya makhyati, telling also and asking also. And telling Nartamadashtra, telling, but you are not ordinary person, you know, sometimes you are saying something nice, deep of Krishna, some experience you can get. This thing Nartamadashtra could telling, apan bhajan gatha na kahi bhi jata tatha. Own bhajan thing, you know, realizes thing, never telling here and there. Oh, it's your next point. Yeah? You explain Gukhyam now, next particular, Gukhyam akhyati, prichhati, prichhati. Yeah. If the preacher, then only devotees, not anybody. You know, if somebody understands your mood, you know, some high class of Vaishnava, when telling somebody you are some realizers and I some this dream, I am some this time realizers, and telling whom? Nartamadashtakur telling, not everywhere, you know. Who is the don't understand your mood? No. If telling some high class of Vaishnava, who is the understand to your mood, you know, understand, they can tell to them, so not telling to anywhere. Guhya makhyati prichati only with Vaishnavas, not any ordinary person. Следующее. Гухьям. Гухья макхяти означает слушать о сокровенном. Что является сокровенным? Гухья буквально означает тайное или тайна. В Бхагавадгите первые главы, они начинаются с того, что Кришна говорит Арджуне: «О, послушай тайное знание», или «послушай великую тайну», или даже так, в конце концов, он говорит: «Это тайна тайн». Вот. И что является тайна тайн, то есть самым великим секретом? «Манмана бхава мад бхакто мад яджи мам намаскуру». Это наставление является самой великой тайной. И когда душа, когда преданный приходит к саду, саду открывает ему эту тайну, раскрывает ему тайну служения Божественной Чете. Вот такие взаимоотношения с саду развивают привязанность к нему. И в этом выражается привязанность к саду, выслушивать, слушать о таком сокровенном. И потом идет акьяти причхати. Причхати означает раскрывать свое сердце. Может так случиться, что в результате духовной практики преданному что-то откроется. Он получит даршин Господа. Или какое-то озарение не зайдет на него. Какая-то особая милость гуру вайшнавов Кришны придет к нему. Обычная реакция на это — хочется всем рассказать. Но Шрила Рупа Госвами здесь предупреждает: свое сердце можно открыть только возвышенному вайшнаву. Другим не стоит. Это нужно, потому что тогда можно это потерять. Богатство сердца можно потерять. Можно открыть только вайшнаву. Эти взаимоотношения Гухья макхяти, причхати, возможно, только с вайшнавами. And telling, bhukte bhajayate chaiva sadavidha priti lakhyanam. You know, bhukte, meaning, and if you are gave to some prasad, somebody, you know, bhukte, and gave to whom you can offering prasad, gave to prasad, bhukte. Yeah, only Vaishnavas. Lohai. So, you know, this is the Gundicha Mandri Marjan. Gundicha Mandri Marjan, when Mahaprabhu doing with the devotees, cleaning this Gundicha temple, cleaning, then after Mahaprabhu telling, you know, telling now you can, who is the doing nice service, how you can understand? Well, how many collected you dust, when you saw, then you can understand how much you doing seva, when they clean this dust. Now everybody, one dust, how much collected dust now gathering. When gathering, then he saw, you know, everybody, you know, how much gathering this dust. When Mahaprabhu dust gathering this more than everybody, you know, more than everybody this dust. And Mahaprabhu telling, who is the not cleaning very nicely temple, I can give me punish to him. Well, what punish? Punish it by Sinava Seva.
Vaishnava Seva. Then Prabhupada telling why. Prabhupada gave commentary. What is the meaning Vaishnava Seva? Telling, cleaning meaning. Gundicha Mandiri Marjana meaning what is? Cleaning your heart. Yeah? Who is the don't cleaning this heart very nicely, then what gave punish? Punish is the Vaishnava Seva. Meaning when you do paid to something from Vaishnavas, then what happening? Lord telling why I am residing. I am residing heart of only Vaishnavas. Vaishnava Hridaya Sada Govinda Vishram. Govinda always residing heart of Vaishnavas. So when you do some service to Vaishnavas, then what happening? When some Vaishnava please, then Krishna easily please Krishna. Easily Krishna. So Mahaprabhu tell I can give punish to the punish the Vaishnava Seva. Meaning when doing Vaishnava Seva, then your Sukruti make increase. When Sukruti make increase, then very quickly you can clean your heart. So telling if you are bhukte, you are give some prasad to whom? You can give to Vaishnavas. Then your Sukruti is the increase your Sukruti. И, наконец, два последних действия в отношении к Свайшнавам. Бунгте, Боджете, Чайва. Означает давать Вайшнавам прасад и принимать прасад от них. В связи с этим Махарадж вспомнил историю из читания Чаритамриты. Эта история называется Гундича Марджана, уборка храма Гундича. Когда Махапрабху наставлял собравшихся преданных вайшнавов в том, как убирать храм Гундича, он говорил, что я определю, кто лучше всех служил сегодня, кто лучше всех убирал храм Господа, потому насколько много мусора он собрал. А те, кто соберут самую маленькую кучу мусора, то есть те, будут, кто самые ленивые, в ком самое маленькое желание служить Кришне, будут наказаны. И каково будет наказание? Они будут служить вайшнавам, раздавая им прасад. Вайшнава будет сидеть принимать прасад, наслаждаться пиром, а они будут раздавать прасад. На самом деле даже наказание у Господа Чайтаньи сладостное. Почему? Служить вайшнавам – это великая привилегия. А вайшнавы, когда им раздают прасад, они благословляют. И у этого человека очень быстро будет развиваться сукрити, очень быстро, и вскоре он получит всю необходимую силу, чтобы почистить свое сердце от всего неблагоприятного, что там есть. И его вера станет очень сильной. Бунгте баджаете чева, то есть раздавать прасад, делиться прасадом с вайшнавами. Also give to prasad and accept to prasad. When some vaishnavas, when gave something, what he gave to vaishnava, he did not give ordinary thing, he gave to some prasad, Lord's prasad he gave to. So, you know, Narada Rishi, he telling one pastime to Vyasadev, you know, he telling pastime, how I have become very quickly, I have become devotee. How is the quickly very devotee? Well, once, you know, I all Vaishnavas to prasad and leave some prasad this plate, then I can ask, oh, can I take your prasad? The Vaishnava, they are so happy to me. Well, yes, okay, you can take our prasad. Narada telling, you know, Vyasadev, I telling you such, I am telling you rare, when one time I take remnant of these Vaishnavas, my heart make pure. Ruchi pradayate, ruchi manifested. Shraddha, sadhu, sangha, bhajana, kira, anarthana, nishta, ruchi. Sixth day, ruchi is the manifestation of my heart. So accept what? From Vaishnavas, prasad. Accept also Vaishnava prasad and also gave to Vaishnava seva also. Бунгте боджете. Боджете означает принимать прасад. Принимать прасад от кого? Лишь от вайшнавов. Вайшнавы необычные существа, и то, что они дают, также необычно. Они дают лишь милость Бога. И такой прасад обладает огромной очищающей силой и милостью. Нарада Муни рассказал собственную историю о том, как он достиг своего положения в духовной жизни. Он рассказал Ведавьясе о том, когда он был маленьким, жил еще в доме своей матери, и их посетили четыре великих мудреца, вайшнава. И однажды, когда они почтили прасадом, и на их тарелках остались остатки их трапезы, и маленький Нарада Муни подошел и попросил у них, можно ли мне принять остатки вашей трапезы. И, видя его смиренное поведение, правильное поведение, он не пытался силой забрать еще как-то, он просто смиренно обратился к ним с просьбой, они, видя его желание служить им, разрешили. И тогда, благодаря этому приему остатков трапезы вайшнава, об этом говорится, вайшнава пададули, вайшнава пададжал, бхакта бхукта вашештин махабал, огромная духовная сила, совершил революцию в сердце, он сразу же обрел ручи. Махарадж говорит,
Сначала идет шрадха, начальная вера, потом садусанга, вторая стадия в бхакти, потом баджнакрия, когда преданный получает посвящение, он начинает стараться жить как саду. Это называется баджнакрия. Это приводит к анартха-ниврити, четвертая ступень. Ощущение сердца от анартха, от материальных желаний. И это приводит к ништхе, пятой стадии, твердой вере, когда преданное служение становится непоколебимым. И тогда проявляется шестой стадии ручи, естественный вкус к преданному служению. Склонность сердца появляется к преданному служению. Он достиг этого сразу же, благодаря тому, что принял махапрасад этих великих душ. Вот какого могущества принятия прасада от вайшнавов. Бунгтей буджите чайва. Марадж, I finished what Narada Muni reached stage of Ruchi by taking prasadam. Yeah. So telling this, all activities doing with Vaishnavas, not any ordinary person. То есть, все эти шесть видов деятельности благоприятны, необычайной степени благоприятны только в отношении вайшнава, не с обычным человеком. Hare Krishna, Hare Bol. Kirtan, then listening another shloka, okay? Сейчас будет киртан, а потом будет пятая шлока по Дешамрите. Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Vihari. 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 Jaya Gopi Jana Vallabha, Jaya Giribara Dhari. Jaya Gopi Jana Vallabha, Jaya Giribara Dhari. Jai Gopi Jana Vallabha, Jai Giribara Dhari. Jai Gopi Jana Vallabha, Jai Giribara Dhari. Jai Radha Madhava, Jai Kunja Vihari. Jai Radha Madhava, Jaya Kunja Vihari. Jaya Jasoda Nandana, Jaya Braja Janaranjana. Jaya Braja Janaranjana. Jaya Jasoda Nandana, Jaya Braja Janaranjana. Jaya Braja Janaranjana. Jai Jasoda Nandana, Jaya Braja Jana Ranjana, Jaya Braja Jana Ranjana. Jai Jasoda Nandana, Jaya Braja Jana Ranjana, Jaya Braja Jana Ranjana. Jaya Jamuna Tiravanachari, Jaya Kunja Vihari. Jaya Yamuna Tiravanachari, Jaya Kunja Vihari. Jaya Jamuna 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 Tiravanachari, Jaya Kunja Vihari. Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Vihari. Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Vihari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare
Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Бола, Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рам, Рам, Харе, Харе. Хари бол, Хари бол. Хари бол, Хари бол. Хари, Хари, Хари бол. Хари, Хари, Хари бол. Хари бол, Хари бол. Хари бол, Хари бол. Хари, Хари, Хари бол. Хари, Хари, Хари бол. Гаур Нитьянанда бол, Хари бол, Хари бол. Гаур Нитьянанда бол, Хари бол, Хари бол. Гаур Нитьянанда бол, Хари бол, Хари бол. Гаур Гададхара бол, Хари бол, Хари бол. Гаур Гададхара бол, Хари бол, Хари бол. Гаур Шри Адвайта 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 бол, Хари бол, Хари бол. Хари бол, Хари бол. Хари бол, Хари 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 бол, Хари 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 бол, Хари бол, Хари бол, Хари 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 бол, Хари 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 бол, Хари 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 бол, Хари бол, Хари бол, Хари 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 бол, 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 Тай Гауру Хари Бол, Хари Бол, Хари Бол, Хари Бол. Тай Гауру Хари Бол, Хари Бол, Хари Бол, Хари Бол. Гауру Брахмананде, Хари Хари Бол. Now, this is the fourth slope. They're telling, you know, like this one, Madhyam Adhikari Bhakta, no? Telling is the how doing behavior to somebody, no? Everybody, how kind of their behavior. There are three person, and his Madhyam Adhikari Bhakta, he also three kind of behavior doing to each all devotees. Who is the Madhyam Adhikari? Mm-hmm. That there are three kind of devotees. Four shloka. То есть, четвертый шлоке описывается, как действует Мадхьяма Адхикари. Из шлока explaining how Мадхьяма Адхикари is acting. Yeah. And they are telling Krishna Tejasya Giritam Manasa Adriyat. This is fifth шлока. I translated four шлока. Oh, you're talking. Understood. То есть, сейчас пятая шлока, и в ней рассказ, как Мадхьяма Адхикари действует. То есть, как он выражает почтение в соответствии с их... Как он выражает подчинение вайшнав в соответствии с их уровнем? Yeah, that this is the how behavior. Telling you the Krishna Tejasya Giritam Tam Manasa Adriyate. You know, there this slope, you know, there are two kind of meaning Gurudev telling here. One kind of meaning is telling Krishna Tejasya Giritam. If somebody, you know, Krishna iti, if somebody one time only telling Krishna name, then what? Там манаса адриета, the mindly you can give respect. Respect. This is the one meaning.
this Prabhupada, you know, gave Prabhupada, he gave another meaning, he telling, but only if somebody telling Krishna, they can manasadriya, they can mindly give the obeisances, you know. Then no, if with diksha, you know, if with diksha somebody, you know, telling Krishna, then he can mindly, he can it will respect to him mindly, if diksha. And second day the diksha with the samandh gyan. You know, that two meaning Gurudev. Krishna's Krishna ti jasya giritam nasadriyata. Пятая шлока начинается с этих слов. Если, то есть наш Гурудев учил нас, что есть два значения этих слов. То есть как действует вайшнав. Первый. Если вайшнав видит, что кто-то хотя бы раз произнес святое имя, то он считает его начинающим преданным, конечно, дикари, и выражает ему почтение манаса в уме. Но это так говорит Бхактивинода Такур. Но Бхактивинода Сарасвати Такур Прабхупад дает несколько иное объяснение этим словам Рупа Госвами. Он говорит, лишь тот, кто повторил святое имя хотя бы раз, имеется в виду тот, кто получил прежде дикшу у гуру, у садгуру, строго следует этим наставлениям. И вот он, когда произнес святое имя, один раз хотя бы, вот тогда вайшнав среднего уровня, Мадхьяма Дикари, выразит ему почтение в своем уме. Чисто произнес. Devotee is asking, what kind of pronunciation holy name means here? Pure pronunciation or just any pronunciation? Yeah, they are ordinary pronunciation. Нет, это обычное повторение святого имени. Yeah, this is the telling here, there are three kind of devotee. This is the one Kanishta, one Madhyam and Uttam. This is the Kanishta Dikari. This is the... Есть три типа преданных. Kanishta Dikari, то есть начинающий преданный. Madhyama Dikari, то есть преданный, который достиг середины пути. И Uttama Dikari, то есть преданный высочайшего уровня. Здесь описывается, как преданность среднего уровня выражает почтение начинающему преданному. То есть Kanishta Dikari. Yeah, Dikshati. And then the Dikshati Chet Pranati Bhisa Bhajantam Misam. If somebody take diksha, yeah, take diksha, and here Gurudev telling and Prabhupada telling diksha meaning if they are with samandha jnana, only not diksha. Diksha is the dibba jnanam jatadadhyat. Here is the diksha meaning with samandha jnana, with the samandha jnana they have diksha chet, then what will pranati bhissa? You can offering your obeisances to him, yeah, oh, bhajan bhajantam isam, if he is the, you know, he the ishta devata, with this ishta devata, you have samandha jnana, this person, then you are the pranati bhissa, you can do pranam to him. Второе наставление Рупа Госвами из пятой шлоки говорит о том, что если Мадхьяма Дикари встречает кого-то, кто опытен в дикше, то есть он далеко ушел в процессе развития самбандха гьяны, у него есть личное взаимоотношение с Иштой, то есть с Божеством, то, видя такого вайшнава, преданный кланяется ему. Yeah, then the bhajantam isam, you know? Bhajantam isam, that meaning is the, what is the rule and regulation, you know, this is Vaishnavas, what is the good and what is the bad, you know, this is the, he knowingly, very nicely, you know, knowingly very nicely, proper, he took diksha and he have samandha jnana, then you can do pranam. Bhajantam isham означает, что преданный среднего уровня, он получил дикшу духовного учителя в форме знания своих отношений с Бхагаваном, более ярко проявленным знанием отношений с Бхагаваном. И такому вайшнаву, который служит Богу с осознанием своих отношений с Богом, он выражает почтение кланяясь ему. Махарадж, on in which level is Sambandha Jnana? Because knowing relationship with Lord, it can be like Swarupa Siddhi or less. Yeah, there are two kind of Sambandha Jnana. One Sambandha Jnana is the, you know, they are Krishnadas Kaviraj Goswami, they are telling that three kind of devotee, Chaitanya Charitamrita. One devotee is telling who is the doing now bhajan, but who is the Kanishta Adhikari, he explained, who is the Kanishta Adhikari. Well, he doing bhajan,
but sometimes, you know, sometimes you try to doing nicely bhajan, sometimes not doing, you know, sometimes doing, sometimes not doing. Anytime, you know, this Radha is the speculation like this. Then he is the Kanishta Adhikari. Telling who is the Madhyam Adhikari? The Madhyam Adhikari, that person, you know, who is the own bhajan, you know, he doing perfect, nicely doing own bhajan sadhana. He never, you know, he never fall down. This own sadhana bhajan being perfectly. And telling who is the Uttam Adhikari, well, who is the doing own bhajan also very nicely, he also preaching very nicely also, make to somebody also devotee also. Own, you know, own bhajan perfect also, he can preaching nicely, no, they make the another person also make the doing bhakti. He telling you the three kind of this devotee, Kanishta, Utmadham and Uttam. And here, we hear the Sambandha Gyan, there are two kind of Sambandha Gyan. One is the very nicely all Shastra Siddhanta he know, you know, very nicely know. Krishna is our worshipper deity, only Krishna is our worshipper deity, nobody any else. They are which faith completely full faith, you know. This is the one kind of Madhyam Adhikari. Another kind of Madhyam Adhikari, when there are some little asakti, you know, there are some nishta, asakti, there are some attachment with this is the one kind of. It's moha, gradation of Sambandha. Yeah, я спросил Махараджа, о какой самбанде идет речь, о таком знании об отношениях с Кришной, потому что можно подумать, что он знает, то есть он уже осознал свою сварупу, свои взаимоотношения с Богом, тогда это даже не Мадхьяма Адхикари, это уже Уттама Адхикари получается. Но здесь говорится, что это описывается Мадхьяма Адхикари. Я спросил, он говорит, что есть два вида самбанда гьян. Первый проявляет начинающий Мадхьяма Адхикари, он отлично знает Священное Писание. И он очень ясно может объяснить, кто такой его почитаемый Господь. У него твердая вера в то, что Кришна его почитаемый Господь. Он не колеблется в этом, не сомневается. И он очень ясно это может объяснить в соответствии с Писаниями. Это один вид Самбандха Гьян на уровне Мадхьяма Адхикари. Вот. А второй вид, когда в взаимоотношениях с Богом у Мадхьяма Адхикари уже проявляется асакти, привязанность. Это более высокий уровень Самбандха Гьян. Это не просто на уровне разума он знает. Это уже на уровне сердца привязанность, то есть отношения с Богом. Это более высокий. Yeah, this is the and telling the third blessusru saya bhajana bhikya ananna manna ninda sunna ipsita sangalabda. Telling, you know, telling who is kind of a devotee, you know, you are doing association. Which kind of a devotee? So telling Ananna, they are telling the bhajana bhikya ananna manna, who is the one painted, you know, one painted, who is the worship, the two painted, one painted, you know, ananna, ananna sintayanta mam jajanaha parijupasate, that meaning, who is the na, and anna, anna na demigoddess, only one painted, who is the worship, to Krishna, ananna manna, aninda sunnadi. He also not doing criticize to anybody. Aluhai not doing criticize to anybody. So he does so much observe the Ishtadev, you know, 24 hours. He the complete observe this Ishtadev. They have no any another, you know, mind going here and there. They have no any time. 24 hour Sankhya Purvaka Naam Gaan Nativi Kalabasani Kirtav Nidra Ahar Vihar Kaad Vijitav Chattant Dhinna Chacho. Whole day complete he observe this. Own sadhana bhajan, when he have time to think, criticize to somebody. Another, he is also looking everybody hard, is the Krishna sit the everybody hard. If Krishna sit the everybody hard, how possible doing criticize to somebody? So he also not doing criticize to anybody. И наконец, третий уровень Вайшнава, это Уттама Вайшнава, как к ним относится Мадхьяма Адхикари, как он выражает им почтение, и как узнать такого Уттама Вайшнава. Рупа Госвами перечисляет качества. Он говорит, что этот Вайшнав Баджана Вигьям, он необычайно опытен в том, как служить Божественной Чте, как вы служить своему Иштадевату Кришне. И он Ананья Анья, то есть в своей медитации, в своих размышлениях, в потоке сознания, который у него есть, этот поток всегда направлен лишь на стопы своего Бхагавана.
никуда в сторону, только на своего Иштадевота. Он не колеблется, полностью сосредоточен на нем. И ниндади шумья. Нинда – это злоба, зависть, вражда по отношению к вайшнавам. Нехорошее чувство по отношению к вайшнавам. Вот. Когда она выражается в злой речи, в критике, вот, утам вайшнав полностью свободен от этого. Ниндади шумья означает ноль. У него ноль таких чувств. Почему его сердце полностью завоевано Кришной? Его сердце только нежность и любовь по отношению к Кришне. У него нету просто такой злобы. У него нет этого яда, чтобы его проявить. И у него нет времени на это. Он полностью поглощен служением Бхагавану. Потому он не дандишуня. Он очень опытен в служении, и он никогда не прерывает свое служение. Вот такому вайшнаву Мадья Мадикари предлагает свою жизнь, предпростираясь перед ним. I'm telling bhajan bhikyam. He also qualification also bhajan bhikyam, meaning about bhajan who is the not perfect knowledge who is bhajan bhikyam. They are telling like this Ashtagalya Leela, you know, Ashtagalya, always they are thinking about this 8 period, this Krishna's pastime, always they are, you know, now. So they are bhajan bhikyam, completely know all Siddhanta. All, you know, Krishna Das Kaviraj Goswami, I'm telling, Siddhanta Valiya Chite Nakara Alas Jahaite Krishna Lage Sudhadha Manas with the complete full, no all Siddhanta Shastra there. And about Bhajan, no every, Bhajan Gyan, they are Bhajan Bhikyam, meaning complete they are, Bhikyam, meaning they are realizes in this Bhajan. Maharaj, I can explain this. Yeah. I understood. Okay. Bhajanavigyam, что означает Bhajanavigyam? Баджан означает служение душой Господу. То есть он служит уже своей сварупе Господу. Как служит? Он знает каждую часть суток, чем Кришна занят. Аштакаля лила он полностью знает. Он постоянно поглощен Аштакаля лилой рода Кришны. И поэтому, и так как он знает природу Кришны, своего Иштадевата, он знает, как в каждую часть игр Кришны, каким образом служить ему наилучшим образом, какие желания у Кришны. Как наиболее благоприятным образом удовлетворить эти желания. Это называется баджна-вигьям. Еще Махарадж процитировал шлоку «Сидданта более читэнна карлас». Эта шлока читанта говорит, что нужно изучать сидданту, нужно обсуждать сидданту, даже если она кажется сложной. Почему? Потому что такое занятие укрепляет мысли на медитации на Кришне. И он в совершенстве знает сидданту. Он знает сидданту о том, как служить Кришне и в чем заключается баджан, служение Кришне. Вот что значит баджна вигьям. So if Sita Sangha Labdha telling aaj like necessary doing association if Sita Sangha Labdha here is telling Sojatiya Asaya Siddha Sadhu Sangha Saptavarit, you know. So see this Sojatiya, you understand this is the you are doing Sangha Labdha, which kind of Sangha you want necessary your Sojatiya Asaya Siddha necessary. And also the Sojati Asaya Siddha, they are also some, you know, they say that he also some mercy to you also, you know, they are hard some mercy to you also. Vatsalya. Yeah, Vatsalya. Когда Мадхьяма Адхикари находит такого вайшнава, Уттама вайшнава, он стремится к общению с ним. Какими качествами должно обладать такое общение? Каковы признаки подлинной садусанги? Их три. Первое – сваджатия. Вайшнав, к которому обращается Мадхьяма Адхикари, той же природы, что он сам. То есть то, к чему стремится садака Мадхьяма Адхикари, этот вайшнав уже имеет. То служение, к которому стремится сердце садаки, вайшнав уже совершает. Для него этот вайшнав, утам вайшнав, родная душа. Он с той же земли, с его вечной родины. Это сваджатия означает своя, как-то, земляк, свояк, да? Земляк, то есть с той же земли. Так он же развил это, да? Да, он в совершенстве этим уже владеет. Он уттама вайшнав. А Мадхьяма Адхикари, он стремится к этому. Это первое качество садусанги. То есть, что он родная душа. Он имеет то, к чему стремится сердце садаки, Мадхьяма Адхикари. Второе, снигда. Снигда означает, что сердце такого вайшнава тает, когда он видит этого садака. Поэтому он к нему неподдельно заботлив. Он на нем заботится, он неравнодушен к нему. Ты видишь, что Сусрусая
Susrusaya. Susrusaya. Telling this is the Susrusaya. Susrusaya. Doing service to whom you can do service. Tadvidhi pranipat and pariprashnina sevaya. That kind of Vaishnav you do, you are doing pranipat, pariprashna and seva, this is the Susrusaya, bhajana, vikyam and saksa. Like this association necessary. Like this association. Do service to whom? If like this Vaishnava, so you are not criticized to anybody, and sojate asaya sikdha, and bhajana vigya, ananam bhajana vigya. As like some Vaishnavas, you do service. What about Svatovare? Susasaya bhajana vigyam. Meaning you can, Svatovare means you can accept like this association. Svatovare means he is expert in everything with Vaishnava. He is more than with devotee. Yeah, like this. Yeah. You tell, I can tell. Maharaj, I not understood what you want to say when you explain Shushrusaya. Susrusaya telling you do service to whom? Service to like this Vaishnavas. Uh-huh. Yeah. И кому должен совершать мадхьямадикари, должен совершать служение, то есть кому служить, кому отдавать свою жизнь? Вот такому роду вайшнаву, который баджна вигьям ниндади шуньям, ананья анья, читаешь вам. Сусуса амини тадвиди пранипатина парипрашнена севая. Как служить? Упадексанти те гьянам гьянина таттвадаршина. То есть как служить? Парипрашнена севая. Пранипатена, сначала предложить пранипат, как об этом говорит 34-я шлока, 4-й год Бхагавадгиты, потом парипрашна, задать вопросы, и потом из благодарности духовному учителю служить. Какому учителю? Татва даршина, тому, кто видит истину, тому, кто видит Кришну лицом к лицу. And adri eta, telling adar karna chahiye, in the last day, adri eta, what telling adri eta? You tell you one word, you can ask me this. Махарадж попросил мне объяснить последнее качество, последний признак садусанги, сватоваре. Два я перечислил, да? Это сваджатия и снигда. И осталось сватоваре. Сватоваре означает, он превосходит садака во всем, во всех отношениях. Сватоваре. Варе означает лучший, свато во всем. По этой причине, что бы этот вайшнав ни сделал, утама вайшнав, для мадхьямадикари это будет эталон, да, это будет подсказка, это будет намеком, куда двигаться, как двигаться, что делать, как жить. И он никогда не будет сомневаться, он не будет думать так. Ну, да, мой гуруджи лучше знает шастры, чем я. Мой гуруджи, может быть, даже лучше знает, как служить Кришне, но он не знает, как управлять в этом мире делами. Нет. Сватоваре означает превосходит во всем. Например, кто-то думает, я классный менеджер, я знаю, как управлять, я знаю психологию людей и так далее, я прошел курс 7 привычек этого кави там, или еще какой-нибудь, неважно. Вот. Но Шилгурдев учил, говорит, есть только один способ гармоничного управления обществом с помощью любви. И гуру знает эту науку в совершенстве, потому что у него есть, это самое важное качество, у него есть любовь к Кришне. А поэтому любовь ко всем живым существам. Поэтому он сватоваре. Что бы он ни делал, песня, поэзия, танец, все будет лучше в Уриде, потому что там есть самый главный элемент – любовь. And now, this is the sixth slogan is the telling. This Vaishnava is the complete transcendental. So, Vrindavan Das Thakur telling, Vaishnava Chinitanare Devara Sakati. Even demigod, he cannot understand to some Vaishnavas. So, this your Prakriti Indriya, this is your Prakriti Indriya, you cannot try to understand the Vaishnavas. So now this slogan is explained, this is Krishna, devotee, the transcendental, you don't try to your transcendental knowledge, you try to understand. Шестая шлока Упадешамриты объясняет или даже предупреждает преданных, чтобы они были осторожны в общении с настоящими вайшнавами, чтобы не смотрели на них материальным взором. Почему? Что вайшнав полностью трансцендентен. И нельзя на него смотреть материальными глазами, тогда его не понять.
на вайшнаву нужно смотреть трансцендентным знанием. Если нет трансцендентного видения, то трансцендентным знанием. So this slogan is telling drishtai svabhava janitai bapussasya dosai na prakrita tomiya bhakta janasya pase gangad bhosam na khalu budbhut phena pankai brahma dravattam apagachati niradharmai. This slogan is telling drishtai svabhava janitai bapussasya dosai. Sometime, you know, some nature, you know, some Vaishnava have nature, some nature is the fatal, lies very angry nature somebody, you know, so have this nature, and so somebody nature is the very carcass, you know, this word is the very, what, harsh word, you know, and somebody, you know, then you think, oh, this Vaishnava is the very angry, you know, always angry, angry, but he did not look this thing, you know. Why sometime maybe in our Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, if sometime he saws any wrong thing, you know, this is the pratikula bhakti, pratikula thing of bhakti, Gurudev very quickly became angry. Very quickly Gurudev became angry. Very quickly angry. Then you think, oh, he is very angry, but why angry? Angry the when look some, you know, some pratikul of this bhakti, so angry. This angry is the merciful, this angry. Like this Narad, yeah, Narad, when Narad going, that time you saw Nal Kumara Munigri with this Swarga Apsari, completely naked, drinking alcohol, and they are swimming. And Narad, when then he gave curse. Now coming question, why Narad gave curse? Somebody, they are doing... No kindness, no mercy. No, you know? No mercy, no need, you can go your own way. No, look at this. Why you are gave to curse? Then Vishwanath Chakrabarti Thakur, he explained why he gave curse. He gave example. He gave a nice example. Like this mother, he made very nice thing. You know, which thing this son so much like. Now this son is a very small boy. And this mother cooking very nicely food. He sees the no, this son so much like. But anyhow, this son becomes sleep now, you know, sleep. Then mother, what is doing? You know, anyhow, we try to boost him and we are wake up, you know, wake up. Now already sleep, you know, when you push that, try to anyhow, try to wake up. Why? She's the, no, I am today making very nice, you know, nice, sweet, and my son is so much like this. Narada Rishi, why he gave cars? He gave example, Narada, he gave to show cars. There is the Kuber son, their son of Kuber, Nal Kuber Munigrib. He is the son of Kuber. And I want to give to pay to them Krishna Bhakti Ras, but they are asleep now, drinking alcohol, take this Oman and take Enjoy. But I want to give to very nice Ras. You know, after when liberated, then they became Madhukanta and Siddhakanta in Goloka Vrindavan. Morning and evening time, they are, you know, in assembly, they are morning time, the Krishna's Balya Lila, or evening time, Krishna Madhura Lila, they are, you know, their glory is there. So even the Arda did not give curse to them, how they are become got such a very highest position. Sometime you saw some Vaishnava became angry, but angry fruit is the very great fruit they gave. So here telling, if Svabhava Janita is by nature, sometimes some Vaishnava becoming angry, but you never saw to this fault, you know, never saw this fault. В шестой шлоке Шрила Рупа Госвами говорит о том, что может показаться, что Вайшнав гневлив по своей природе, может показаться, что он, как бы сказать, у него, он слишком остр на язык, он через что цепляется, сразу же найдет, что сказать так, чтобы было побольнее. Вот. Но нужно правильно это понять. Например, наш Гурудев, Махараш рассказывает, когда мы пришли в Гаудиамат, в Кешвадж Гаудиамат, наш Гурудев, казалось, был очень гневлив. Стоило только кому-то из брахмачари сделать что-то не так в преданном служении, то есть совершить бхакти пратикул, то есть по отношению к бхакти сделать что-то неправильное, то есть идти против бхакти. Гурудев сразу же гневался.
мог дать тумаков, подзатыльников, пинков, там, отругать так, что, вот как Махараш сказал, что навсегда запомнишь. И кто-то мог подумать, а как же так, он же должен быть саду, он должен быть добрый, сердце должно быть нежным. Как так, он такой вот резкий, только сразу же там тумаков, подзатыльников и резкие слова. Почему он такой гневливый-то? Но Рупа Госвами предупреждает, что нужно видеть, в корень зреть, что является причиной такого действия вайшнава и на что направлено это действие. В данном случае, в случае нашего духовного учителя, его действие было продиктовано благом ученика. Он просто, заботясь о ученике, таким образом наказывал его ум. Или другой пример, который привел Махарадж, это Нарада Муни. Когда Нарада Муни возвращался от Куверы, Кувера является другом Шанкары. Шанкара – брат Нарады, то есть это очень близкие друг к другу люди, и они чистые преданные. И Кувера, Нарада возвращался от Куверы и обнаружил возле одного красивого озера два сына Куверы, Манигрива и Наукуара, наслаждаются. Они пьяные от алкоголя, они наслаждаются с голыми апсарами в озере. И когда Нарада Муни там появился, апсары прикрыли свою наготу и устыдились, а эти двое сыновей начали кричать на Нарада Муни: «Да что ты сюда приперся, ты нам тут весь кайф поломал» и так далее. И Нарада Муни подумал, они действуют очень неправильно. Как же так? Их отец, великая личность, преданный Шивы, Шива, великий преданный Кришны, преданный Даса-Нудаса. А его сыновья ведут себя так неприлично, так нехорошо, не по-человечески. Ослеплены, да. И тогда он их проклял. И казалось, вот гнев проявился. Он сказал: станьте деревьями. Вы ведете себя так бесстыдно, нагишом, как деревья. Поэтому станьте деревьями. Вот. Но в его гневе была милость. Что получили два сына? Вскоре они обрели освобождение и получили Кришнапрему. Они получили даршан Кришны, Кришнапрему. И каждое утро они рассказывали всем Браджабасе.